Клиника матери и ребенка в Ленске приняла своих первых пациентов. Этого события ленчане ждали долгие годы. Теперь получить квалифицированную медицинскую помощь стало намного быстрее и удобнее. С первого дня работы клиники пациенты оценили все ее преимущества. Своими впечатлениями они поделились с нашими корреспондентами. Для молодой мамы Ирины Чилбердировой, как и для остальных родителей Ленска, теперь посещение детской поликлиники не отнимет много времени, а получение медицинских услуг будет проходить в современном здании в комфортных условиях. Очень хорошо, как бы очереди нету, комфортно. Раньше детская поликлиника и женская консультация располагались в приспособленных помещениях. Пациенты простаивали в тесноте, в духоте, в длинных очередях часами. Сегодня эти проблемы остались в прошлом. Проект получился у нас. Поликлиника прекрасная, красивые стены, оборудование прекрасное. Но хотелось бы, конечно же, развести потоки, отрегулировать, чтобы не было у нас очередей, чтобы врач не тратил много времени на заполнение документов, а больше времени уделял именно пациенту. Новая детская поликлиника встречает своих пациентов огромным холлом, гардеробом и специально отведенным местом для колясок. Для удобства посетителей установлены мягкие кресла, а также работает бесплатная зона Wi-Fi. У нас теперь появился врач-аллерголог-иммунолог, который будет принимать в течение 5 дней. У нас будет работать лор-врач, пока только один раз в неделю, но потом график приема мы пересмотрим. Также у нас будет вести прием фтизиатр. Сегодня в детской поликлинике во избежание контакта отдельно осуществляется прием заболевших и здоровых детей. Также отдельно ведется прием грудничков. В скором времени будет установлено новое оборудование: аппарат УЗИ, электроэнцефалограф, электрокардиограф, также хирургическое оборудование. Светлана Балеева, Виталий Андреев, НВК Саха, Ленск.